На прошлой неделе с рабочим визитом в регион прибыли представители Всемирного банка. Одной из точек, которую посетили эксперты, стал Центр госуслуг «Мои документы». Как отметили представители делегации, цель визита – дальнейшее сотрудничество в вопросах продвижения электронных услуг, повышение открытости и прозрачности бюджетных данных, развитие региональной системы образования и стимулирование экономического роста. Одна из вещей, которая поразила нас во время нашей поездки, это уровень того, что было достигнуто за очень короткий период времени. Я имею в виду развитие индустриального парка, привлечение бизнеса в регион, уровень инвестиций, поступающих в бюджет области. Это то, на что мы обратили внимание, и то, что нас впечатлило. По мнению экспертов Всемирного банка, в регионе также очень хорошо развита система предоставления госуслуг населению. Напомним, в Ульяновске 96% жителей имеют доступ к получению данных услуг по принципу одного окна. В области по поручению вновь избранного губернатора Сергея Морозова открыто 28 центров «Мои документы». По итогам прошлого года их специалисты оказали населению более миллиона услуг. Лилиана Рахматуллина, Юрий Конехин, новости Ульяновской правды.